Всем привет! Сегодня речь пойдет о клиффдайвинге, прыжках со скалы невероятной высоты. Прыжки в воду со скалы являются достаточно популярным развлечением на многих морских курортах, но привлекающих СМИ соревнований по клиффдайвингу долгое время не существовало. В 2009 году компания Red Bull, известный спонсор различных экстремальных соревнований, организовала мировую серию клиффдайвинга. Но это официальное соревнование. А как насчет любительских прыжков из самых опасных скал? В наш топ-5 попали люди, которые совершали прыжки в воду с очень большой высоты. Пятое место. Стивен Лобью. Очень перспективный американский спортсмен, который отваживается на прыжки с самых сложных и высоких площадок по клиффдайвингу. Часто попадает в призовые места и в мировой классификации всегда находится в топ-5. Он не боится экспериментов и готов к самым сложным вызовам. Четвертое место. Сильченко Артем. Сильченко Артем – российский спортсмен. Прыгун в воду, чемпион мира по клиффдайвингу, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в хайдайвинге. В последнее время Артем все чаще и чаще обосновывается на призовых пьедесталах во всех турнирах по клиффдайвингу. Третье место. Орландо Дюк. Орландо Дюк – колумбийский хайдайвер, двукратный чемпион мира. В 2013 году Орландо Дюк стал первым в истории чемпионом мира в хайдайвинге, а в 2015 году победил на аналогичном турнире в Казани. Дюк также является первым победителем мировой серии Red Bull Cliff Diving 2009 года, а также неоднократным призером и победителем серии. Второе место. Гэри Хант. Неоднократный победитель Red Bull Cliff Diving, чемпион мира по прыжкам в воду. Он запомнился зрителям самыми сложными трюками и головокружительными прыжками, которые не удавались еще никому. Британец всегда считается главным фаворитом на победу в любых соревнованиях по клиффдайвингу. Первое место. Лассе Шале. Лассе Шале стал автором нового мирового рекорда, прыгнул со скалы высотой 58 метров. Швейцарец имеет большой опыт прыжков в воду. За короткое время он завоевал репутацию бесстрашного спортсмена, регулярно прыгая с 25, 30 и даже 35 метров. К слову, все вышеперечисленные герои прыгали только с площадок не выше 30 метров. Прыжок с такой высоты требовал серьезной подготовки. Во-первых, на краю водопада пришлось поставить специальную платформу. Во-вторых, команда аквалангистов исследовала бассейн каньона и установила там целых 6 ионизаторов, смягчающие верхние слои воды, чтобы удар получился не таким жестким. В-третьих, бросив сверху вниз бесчисленное количество камней, установили оптимальную траекторию прыжка. И вот, прыжок удался. Спасибо за внимание. С вами был Sex Alive Top 5. Только свежие, горячие, интересные топы именно для вас. Удачи!